Белые рубашки и парадная форма. В школьный музей ученики спешат, как на праздник. Девятиклассники с интересом слушают учителя. Многие сами спешат поделиться знаниями с одноклассниками. Только в его голове могла родиться такая смелая мысль. Ведущий я, ведомый Желудев. Проводить патриотические уроки проще и интереснее, когда образовательное учреждение носит имя дважды Героя Советского Союза. В средней школе номер 46 Ивану Полбину посвящают песни, рассказывают стихи, а школьный музей хранит подлинные вещи героя. Есть подлинные экспонаты, фотографии подлинные, есть личные вещи хранятся Ивана Семеновича Полбина. Это кожаный плащ Ивана Семеновича, что вы можете увидеть на витринах. Это различные гимнастерка, различные другие экспонаты. Посещение музея в 46-й школе не ограничиваются. Дети с 1 по 11 класс участвуют в конкурсах строя и песни, спортивных состязаниях, читают стихи, рисуют плакаты и посещают уроки мужества. Особое место в нашей школе занимает мероприятие «Полбинской недели». В этом году эти мероприятия пройдут с 6 по 12 февраля. В эти дни запланированы музейные уроки для учащихся, которые приедут к нам из других школ города, а также в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества планируется провести экскурсионный телемост со школой имени дважды Героя Советского Союза Ивана Семеновича Полбина города Москвы. Дети активности рады. Они с энтузиазмом помогают в музее, занимаются научной работой и ведут экскурсии. Очень нравится, особенно то, что мы сами участвуем в какой-то деятельности этого музея, проводим эти же экскурсии для начальной школы, собираем какую-то информацию, делаем какие-то проекты, презентации. Это очень познавательно и интересно. В планах у школьного музея пополнять и обновлять экспозицию, чтобы детям было еще интереснее. Подобные мероприятия в рамках месячника патриотической работы проходят ежегодно в середине зимы во всех школах области. Стоит отметить, что у нас в каждой общеобразовательной организации разработан свой индивидуальный план проведения месячника патриотической работы с детьми, куда вошли это и областные мероприятия, и также, конечно же, свои мероприятия внутри школы. Городские мероприятия в рамках месячника продлятся до 28 февраля. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.